Здравствуйте. Что? Соблазняю дедушек старых. Я шучу. Да? Так точно, уже. Хоть я и нет, вот здесь много. Ну, блядь, что просто разделил. Счастье, блядь, и здоровье. А вот там не сняли, а то я парень. Да не, извините. Меня уводят, там парень. По-моему, один бедрым бортом. Всем привет. Ах, вот эта деваха, она популярная стримерша на Твиче, но, по-моему, уже на Твиче ее нету, даже она, по-моему, в Инстаграм перешла. В любом случае, деваха с сочными формами, на мой взгляд, она действительно очень красивая, но свою красоту она пустила немножко не в то русло, но, как принято говорить, мое тело, мое дело и все такое, конечно, запретить ей никто не может, но... Осуждать или говорить, что мне это не близко или мне это не нравится, как бы я могу. Так вот, фишка в том, что нет ни одного ее стрима, где она как-то бы не зашкварилась. То либо, вернее, либо это амплуа какой-то, то ли она постоянно вляпывается куда-то. Но неудивительно, что дедуля пытался ее снять, потому что все в ней кричит и говорит, что типа, эй, возьмите меня. Ну, серьезно.